Так, вот наши тахографы. Вот наши тахографы. Вот раз машина. Вот два машины. Ну что, как? Нормально сейчас. Что, сейчас да, хорошо, ничего. Да? Проехали нормально. Но... Ну, сейчас заглушил, завел. Ага. Тоже нормально. И все хорошо. Да. Не знаю. Дай бог, конечно, бы. Но... Сейчас мороз, мы тоже не хотим ковыряться. Да, конечно. Тут у нас Шапе 2014 года после капиталки. Все. С диагностом проехались. Минимальный набор. После капитального ремонта Евро-4. Вот третья машина, которую они забирают. Чебоксары, друзья, Чебоксары. Что-то почему-то несколько раз говорил Челябинск, что это у меня знание к городам такое грустное. То есть это на подушках кабинка. О, хорошо. Вот так, как так, друзья. Поэтому это раз тягач у нас еще свободный. Этот уходит. Один зарезервированный. И тот, у которого я сижу, тоже уходит. Тут потеплее будет, да? Там стоит. Ой, холодно. Так завтра вообще минус 30 обещают. Не дай бог, только бы не встать, блин. Все нормально будет. Я говорю, мы еще не приехали, а механик говорит, завтра с утра надо опять ехать за машиной. Да. А мы еще и не приехали домой. Да, так? Да, да, да. Чудак, человек. Ну так это же заранее было же известно, да. Просто вы же вам нужно же было сегодня уже уехать до обеда, по идее. Ну так вот получилось, что не специально же. Это и да. Мы не специально, честно. Ну да, 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 да. Ну в итоге тут что было-то? А я не знаю, там что, фильтр поменяли вот. Так. Ну соляру побольше залили. Так. Ну и мозги вот что он там делал. Все что-то, проверил, да? Да. Все хорошо. Что-то делал, наверное. Ну вот, друзья, спасибо. Ну что, ждем вас завтра. Благополучия и здравия. Хорошо. До свидания. Так, раз, это одна машина, это вторая машина, это третья машина. А мы в тот раз машину. Ага. Вообще нас никто не тормознул, ничего. Все четко по прямой, да? 90-80 ебашил, ни вибрации, ничего нахуй. Все четко, да? Ударил четко, блядь. Так, это вот он сейчас говорит о том, что они такую же машину, сегодня у нас вторник, они четверг на такой же машине уехали. Отогнали, вот все четко, все хорошо. Сейчас, получается, вот, ну, еще две отгоняют, и завтра еще за двумя приезжают. То есть одну машину они уже они забрали. Сейчас я охране скажу-ка. Один поехал. Второй поехал. Третий поехал.